В Тюмени прошли продовольственные ярмарки. Они собрали товаропроизводителей со всего юга области. Это около сотни участников, которые предлагали мясную и молочную продукции, рыбу, мед, дикоросы и текстиль. Традиционно работали 4 площадки в Заречном микрорайоне, на обороне, у торгового центра «Порт» и у выставочного зала. Отмечу, что буквально за первые часы работы была продана почти половина привезенного товара. Покупателей было больше, чем обычно. Наши покупатели приходят за маслицем 82,5, за молочком и за творогом 5%. Очень обожают ярмарку. Цена ниже рыночной получается. Для нас это поддержка нашего производителя, рабочие места. Добавлю, что следующая ярмарка пройдет 12 декабря, а завершится сезон 26 декабря.